Мы собрали 10 команд, примерно по 20 человек. То есть сюда в 20 человек входили и участники, и повара, и волонтеры. К нам приехали ребята из Томска, из Барнаула, были представители из Кемерово, ну и Новосибирск, естественно, Новосибирская область. И к нам еще приехал турецкий повар один. Предварительно проводились мастер-классы с шеф-поварами. Они обучали обычных людей, как готовить кулинарные изыски, которые дают покушать в наших ресторанах. И в течение дня люди готовили, соревновались, кто из них лучше приготовить. То есть надо было не только приготовить, нужно было еще презентовать свой продукт. Говорилка, там, кричалка, какой-то танец. Мы установили неофициальный рекорд. Мы сразу этого не поняли, если честно. И когда мы связались с Книгой рекордов России, то нам сказали, что такое мероприятие, оно уникальное, и никто еще такого подобного не делал. И рекорд заключался в том, что нужно было на одной площадке собрать больше 200 человек на открытом воздухе, которые бы одновременно готовили еду. Ну и вот мы таким вот образом, неофициально, но все-таки установили такой маленький рекорд.